Часто бывает, что нам кажется, что мы прекрасно представляем, что мы хотим, как бы, что нам нужно и так далее, но при этом никаких шагов мы не совершаем. Что-то как будто нас удерживает, чего не хватает мозгу в этот момент. Нам не хватает промежуточных шагов. Жизнь, она не случается вот... Да, даже чтобы родиться, нужно перед этим 9 месяцев как бы, помучиться. Вот. Или понаслаждаться, бог его знает. Вот. Для любого действия нужны промежуточные шаги. Все происходит плавно. Поэтому если вы сейчас, ваш мозг говорит, секундочку, я как бы очень интересно, вы в сознании нарисовала прекрасную там, картину, мне очень все нравится, но что-то как-то сегодня не оно. Давайте мы как-то отложим это. Да? Вот у него, у мозга, он же такое как бы, существо, если не бей лежачего, называется, ну, как бы, вот, не трогаешь, не все, не едет. Вот. И у него, так сказать, будет стратегия избегания всегда реализовываться, но промежуточные шаги дадут ему дополнительный какой-то интерес, дополнительную вовлеченность. Он вдруг где-то, возможно, начнет видеть возможности. Да? Реализуй свои амбиции с помощью «Факткарт». Это новый онлайн-курс Андрея Курпатова, где с помощью самого эффективного инструмента мышления вы сможете разобраться с самым волнующим для вас вопросом в своей профессиональной сфере. Уйти ли на фриланс или остаться в найме? Как добиться повышения в своей компании? Как решиться на создание собственного бизнеса? Многое-многое другое, то, что волнует именно вас. Всего 2,5 недели длится курс. Начинаем 14 ноября. 5 занятий, личный куратор у каждого участника, в общем, все условия для реальных изменений в вашей жизни. Приглашаем вас стать участником, а пока посмотрите первые отзывы с бета-потока. Ощущение, что ларчик просто открывался, но вот этого простого элемента вот, мне внутри не хватило. Хотела уйти сюда с каким-то решением. Готовое решение, бери и делай. А до этого я не знала, что делать. Это, конечно, дает сразу как бы силы, ресурсы. В общем, классно.